Здравствуйте, господа. Начинаем сегодняшний вебинар по здоровью. Он называется «Секреты вашего здоровья». Стрим-трансляция 28 ноября 2023 года с Андреем Дуйко. Буду рад вам ответить на ваши вопросы, как всегда, по вторникам вечером. Итак. Мария Федоренко. Андрей Андреевич, добрый вечер. Огромное спасибо и такое же уважение к вам. Спасибо за ваш труд. Подскажите, пожалуйста, что пить для поджелудочной стало побаливать? Ну и для остальных внутренних органов, мне 60 лет. Для остальных внутренних органов просто необходимо жить счастливо, знаете, для того, чтобы ничего не болело. Что делать для того, чтобы поджелудочная железа не болела? Есть в нашей компании разработанный мной препарат, который называется Панкресорб. Панкресорб. Данный препарат — это препарат, который улучшает общее состояние поджелудочной железы и помогает поджелудочной железе правильно функционировать, вовремя выделяя соляную кислоту, выделяя пепсин, выделяя гастрин, выделяя или формируя островки Лангерганса, помогая усваивать и выделять ферменты гормональные, такие как инсулин, пепсин, для того, чтобы наша поджелудочная железа правильно функционировала. Данный препарат очень хорошо себя зарекомендовал, прям очень рекомендую вам его принимать. Всегда помните, что поджелудочная железа очень часто реагирует на большое количество глюкозы. Как ни странно, на недосыпание поджелудочная железа может болеть, как ни странно, из-за высокого холестерина, этому объяснение есть. Также поджелудочная железа может страдать из-за закрытия желчных протоков и даже из-за холецистита, который связан с воспалением желчного пузыря или внутренней части желчного пузыря. Холецистопанкреатита – это особое заболевание, когда происходит из-за воспаления заброс в обратную сторону желчи. И все это такие симптомы, которые требуют от человека прежде всего гармоничного состояния, увеличение сна, увеличение частое дробное питание, уменьшение употребления, наверное, сладкой пищи, тотальное игнорирование и уменьшение употребления алкоголя, ну и так далее. Ну, выздоравливайте. К врачам ходила катастрофа, согласен с вами, сейчас очень, не очень. Извините, артрит есть и так далее, что пить в комплексе начало с БП первой ступени. Что пить начало с БП. Для того, чтобы, смотрите, весь наш организм, он формируется вокруг, что лечит наш организм и с чем организм должен справляться. Кто в организме является основной системой, или что в организме является основной системой, которая способна справляться со всеми вирусами, бактериями, микробами, измененными состояниями, поломками и так далее. С этим всем в нашем организме справляется иммунитет. И восстановление иммунной системы и поддержание иммунитета является самым важным или ключевым компонентом в ходе того, когда человек начинает себя лечить. Именно поэтому я очень часто говорю о дополнительном применении аскорбиновой кислоты, о дополнительном применении препарата омега-3, о применении препарата, допустим, бетулиновая кислота, мощнейший иммунный стимулятор. Препарата кверцетин, аналогично, мощнейший иммунный стимулятор организма. Вот такие препараты очень помогают. Лизам экстра, 1000 миллиграмм препарата лизоцим в одной капсуле. Это мега вещество, которое фактически помогает всему организму. Несколько слов об этом. В свое время мы поставили для себя задачу, я в своей компании поставил для себя задачу синтеза лизоцима. Лизоцим — это вещество, ну, грубо, человеческий антибиотик, который условно можно назвать антибиотиком и условно можно не называть антибиотиком, который выделяется человеческой слюной, как, впрочем, и слюной любого животного. И извлекая лизоцим из животных, вначале мы извлекали из определенных органов животных, после этого извлекали из яичного белка. До этого извлекали из разных органов животных. На сегодняшний день я могу сказать, что лизоцим находится в каждой железе, и лизоцим является
тем, что мы называем лимфатической системой. В большинстве своем лимфатическая система из загрязнений, пересыханий, бактериальных каких-либо влияний, микробных влияний, наша лимфатическая система, а также наши железы внутренней секреции перестают правильно функционировать, за счет этого появляется целый ряд заболеваний. Ну и, конечно же, здесь есть ряд еще, ну, об этом позже, ладно. Хотел рассказать об оксидации, окислении, переокислении организма и так далее, но сейчас не об этом. И мой совет такой, я прямо, доказать не могу, но считаю, что одна из гипотез заболеваний человека заключается в его ухудшении формирования лизоцима железами внутренней секреции. Железы поджелудочной железы формируют лизоцим и выделяют лизоцим. Железы печень выделяют лизоцим. Половые органы, надпочечники, слюнные железы, слезные железы. В ликваре мозга находится лизоцим. Практически везде в нашем организме, там, где находится лимфатическая система, там, где находятся узлы лимфатической системы, практически все они наполнены лизоцимом. И лизоцим является одним из самых ключевых ингредиентов, которые необходимы человеку для его правильного и хорошего функционирования. По моему мнению, в организме человека находится до 700 миллилитров лизоцима. То есть в одном взрослом человеке 100 килограмм находится 700 миллиграмм лизоцима. На протяжении дня человек должен восполнять лизоцим. Восполнение лизоцима происходит за счет внутреннего синтеза эндогена и экзогена. Таким образом, при перенесенном заболевании могут быть осложнения. Какие? Допустим, при стрессе может сформироваться вирусное отягощение, может сформироваться влияние. Там, при стрессе там выделяется кортизон. Кортизон, как правило, приводит раз, все, появился звук. И именно поэтому я считаю применение лизоцима очень актуально для человека на сегодняшний день. В случае, если у человека увеличенные лимфоузлы, в случае, если человек часто болеет вирусными заболеваниями, если есть узловой зоб, есть какие-либо лимфоузлы, надключичные, подключичные, есть заболевания лимфогранулематоз, есть поражение грибковыми инфекциями или грибковыми заболеваниями, есть микозы в ушах, есть пародонтоз, пародонтит, гингивит, есть заболевания, даже эзофагеальный рефлюкс, и заболевания, которые вызваны осложнениями иммунными, такими как, допустим, вагинальный кольпит, или, допустим, поражение микозами какими-либо, грибковые заболевания и даже псориатические,
Я считаю, что это все связано исключительно недополучением и недоформированием лизоцима в организме человека. Почему? Дело в том, что введение дополнительно лизоцима в организм человека до высокой дозировки, какой высокой дозировки? До 7000 микрограмм на протяжении суток может помочь человеку избавиться от большинства мной перечисленных заболеваний. Это потрясающий препарат, прямо потрясающий. Есть два препарата, которые выпускает моя компания. Первое — это лизоцим форте или лизоцим экстра. Это препарат с высокой дозировкой. Принимайте по 2 таблетки 3 или 4 раза в день на протяжении 1 месяца. При этом принимайте еще и жидкую форму. При этом принимайте препарат вместе с иммуноподдерживающим препаратом, который называется бетулиновая кислота. 6-7 таблеток лизоцим экстра или лизоцим форте. И бетулиновая кислота по одной таблетке 2 раза в день, 1 месяц, могут справиться с такими заболеваниями, как грибки в ушах, хронический тонзиллит, хронический, даже аллергия, ревматизм, ревматоидный артрит, грибок на ногтях, даже улучшить общее состояние при псориазе. Это все способен делать лизоцим. Я рекомендую использовать в ходе вашего лечения при абсолютно любых заболеваниях, особенно в эту пору года, использовать дополнительно препарат лизоцим. Витаемо на ривне тайны от Дуйко. Оксана Хотькина. Спасибо, Оксана, за поддержку канала. Марина Калашникова. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Всем доброго времени суток. Спасибо. Марин, здравствуйте. Как можно использовать барсучий жир? Покупала давно у охотников для лечения пневмонии у ребенка. Хранится в морозильной карме. Только при пневмонии его и принимают. Добавляют в молоко, дают человеку. В случае, если человек худеет и не может поправиться, тоже дают барсучий жир. В целом, какого-то, наверное, какой-то такой особенной рекомендации по барсучьему жиру я дать, к сожалению, не могу. Влад, здравствуйте, Андрей Андреевич. Скажите, пожалуйста, какое значение имеют прыщи на плече и у груди, как от них избавиться, почему у некоторых подростков есть прыщи на лице, а у некоторых нет? Прыщи на лице — это всегда следствие снижающегося тестостерона. У подростков тестостерон всегда выше нормы. Но есть некоторые такие компоненты, которые могут стихийно и быстро снижать тестостерон. Допустим, быстрый рост, недосыпание, очень быстрый реактивный рост, то есть вырос очень быстро, растет очень быстро. Второе, очень стресс, перенесение очень большого количества стрессовых ситуаций тотально снижают тестостерон. Ну, это редкость, но анонизм снижает тестостерон. Дальше, точно так же, как и прогестерон и эстрадиолы у женщины, точно так же они снижаются стрессом, большим количеством сладкого, недосыпания, очень активная физическая нагрузка. Что необходимо знать? Смотрите, для женщин и для девочек в этот период очень полезно обязательно добавлять бифидобактерии в пищу. Бифидобактерии в пищу. И для мальчиков давать дополнительно трибулус, а также кальций. Точно так же и девочкам давать индол, чтобы уменьшить количество эстрогенов. И давать одну таблетку один раз в день. И давать тоже кальций. Потому что это все в комплексе поможет снизить вот такой очень активный стресс, очень активный рост, активацию кортизола. И это все в комплексе может улучшить общее состояние. Дело в том, что в их возрасте, когда происходит половое созревание, есть три элемента, которые мешают человеку нормально функционировать. Первый элемент — это мочеполовая система и гормональная система, надпочечники, половая система с гормонами надпочечников еще не могут регулировать разделение, выделение половых гормонов от общих гормонов почек. Поэтому гормоны выделяются одновременно, то есть у обычного человека может выделяться кортизон и эльдостерон без, допустим, тестостерона и прогестерона. А у подростка нет, у него выделяется все вместе.
Это все создает вот такие стрессы или вот такие стрессовые ситуации. Также влияние мочеполовой системы и формирование мочеполовой системы в этом возрасте, оно может быть связано с тем, что ребенок, допустим, думает, при этом у него... При этом его мозг, он начинает, нуклеус акумбенс, отдел мозга, начинает, ну, грубо пользоваться, использовать вот так, начинает использовать норадреналин для формирования там, дофамина, допустим, и для создания синаптических там, откликов всевозможных. Формирование общей мнемантики, внимания, концентрации. И это все в комплексе может создавать еще и дополнительно увеличение или снижение тестостерона, прогестерона, половых гормонов. Все это в комплексе, пока организм не научится, обучается он долго. И приводит к изменениям, которые проявляются и формируются в виде вот такого отклика, в виде вот таких фурункулов. У одних детей более активно, у других детей менее активно. Это связано с тем, что у одних есть возможность спать дольше, у других есть дома скандалы, у одних есть больше белковой пищи, а кто-то там не занимается спортом, а у кого-то очень много спорта и очень много нервов. И это все очень индивидуально, еще и связано с тонкой личностной структурой ребенка. Что я рекомендую? Уже сказал, но я повторю. Используйте антитокс драй. Дальше давайте бифидобактерии ребенку обязательно. Дальше давайте обязательно кальций. Устричный кальций с черникой. Есть препарат гемартан. И в обязательной форме обязательно давайте лизоцим в высокой дозировке. Прям обязательно. Сегодня я хотел бы представить, в нашей компании выпускаются новые препараты. Мы следим за тем, чтобы препараты в нашей компании обновлялись. Мы изменяем сейчас внешний вид препаратов, сейчас они более такие будут у нас выходить в одном виде. Это здесь нарисована гора, написано Tibetan Formula. И сегодня я хочу представить ряд препаратов, которые имеют новый вид, но которые и новых препаратов, которые мы запускаем в нашей компании. Итак, начну я с препарата, который является моей гордостью, прямо внутренней, препарата, о котором я мечтал и препарата, о котором я рассказывал. Он называется Соня. Почему он называется Соня? В украинском языке есть такое слово, которое называется соняшник, обозначает подсолнух. И если бы сокращенно было это на русском, называлось бы подс. А у нас называется Соня, соняшник, подсолнух. Что за препарат? Подсолнух является тем уникальным растением, которое до конца не изучено. И это связано не с тем, что оно не полезное. Это связано с тем, как раз, что в нем и так берется семечко, и в дальнейшем все остальное не особо интересует человека. Но вата, которая есть в головке подсолнечника, если ее настоять, это лучшее средство от артритов. А если заваривать листья, то исчезает бессонница. А если ствол заваривать, то человек очень быстро растет. Но есть одна особенность в корне. Вы знаете, что в корне находится невероятно огромное количество самой мощной аминокислоты, которая существует на Земле. Самого мощного оксиданта, который существует на Земле. Это вещество, которое называется кофейная кислота. Кофейная кислота. Эта кислота настолько мощна, что принимая такую кислоту, можно растворить холестерин, растворить бляшки в сосудах, восстановить сосуды, устранить атеросклероз, устранить варикозное расширение вен. Но самое приятное, что действие такой кислоты в десятки тысяч раз мощнее, чем коэнзим Q10. Выделить в чистом виде кофейную кислоту на сегодняшний день не представляется возможным. Но это возможно сделать определенным образом, если выделять ее напрямую из корня подсолнуха. Определенным образом подготовленного и определенным образом создано. Что дает данный препарат? Невероятное омоложение, мгновенное улучшение самочувствия, легче дышать, восстановление вдоха и выдоха, восстановление динамики выделительной системы.
улучшается общее настроение, понижается давление, устраняется атеросклероз, улучшается зрение, улучшается слух, улучшает иммунитет, улучшает настроение, успокаивает человека, улучшает пищеварение, восстанавливает стул, одним словом устраняет камни в желчном пузыре, камни в почках, при этом является еще мощным геронтологическим препаратом. Я рекомендую его принимать в случае, если вам необходимо для омоложения, препарат Соня совместно, препарат Соня совместно с препаратом Куэнзим Q10 и цистин, о котором я рассказывал на прошлом семинаре. Принимайте Соня с цистином и принимайте Соня с куэнзимом Q10. Как вы сможете его ощутить? Данный препарат работает без всяких побочных эффектов. У него нет перегибов, он работает очень мягко, очень экологично. Но на третий-четвертый день вы начнете замечать, как принимая по одной таблетке два раза в день, у вас вдруг исчезнет или перестанет подниматься артериальное давление. У вас улучшится настроение, улучшится самочувствие, улучшится работа мочевыводящих, мочевыделительная, улучшится работа пищеварения, улучшится зрение, улучшится слух. Препарат уникальный тем, что это так заметно и настолько естественно, что со временем этот эффект не исчезает. Я прямо на 100% гарантированно знаю, что почувствуете этот препарат и в дальнейшем будете вот стабильно его использовать. Данный при отмене препарата. 1-2 месяца приема препарата избавит вас от артериального давления на 1-2-3 года. Улучшит состояние сетчатки, улучшит состояние зрения, улучшит состояние сосудов. Я считаю, что это препарат, который можно рекомендовать при атеросклерозе, полинейропатии, полинефропатии, при нефропатии, при заболеваниях даже рассеянный склероз. Великолепный препарат, прямо великолепный. Принимаю неделю препарат, могу сказать, что и снижает вес. Это самое лучшее, что я когда-либо создавал. Вообще, очень рекомендую. Как когда-то у меня был изотон, и я говорил, это самое лучшее, что я мог создать, то сейчас этот препарат. Почему изотона сейчас нет? Изотона сейчас нет, потому что компания продала действующее вещество фармкомпании, и на сегодняшний день мы не имеем права больше продавать данный препарат. Возможно, и это действующее вещество, его изготовление со временем продадим. Ну, это один из видов моей деятельности. Ну что? По особенной просьбе прямо моей жены, которая прямо настойчиво просила меня создать или сделать БАД, который будет называться масло примулы, я сделал масло примулы. Оно называется у нас Evening Primula, Primrose Oil. Primrose Oil или по-другому масло примулы, и мы на сегодняшний день, я объявляю о том, что данный препарат можно приобрести. Вообще масло примулы является то, что вообще очень много есть отзывов и форумов, я пытался познакомиться с этой информацией, очень много людей пишет о том, что помогло избавиться от боли во время менструации, помогло избавиться от тяжелых климактерических состояний, помогло, восстанавливает аменорею в случае, если такая имеет место быть, то есть отсутствующие месячные, восстанавливает ритм овуляции, восстанавливает общее состояние женских половых органов. Я могу сказать, что примула, она в составе своем имеет большое количество алииновой кислоты, пальмарозовой кислоты, имеет в своем составе в большом количестве витамин У, витамин Е, витамин К, витамин А. Это все такие мощные витаминные комплексы, которые в действительности человеку очень необходимы. При применении примулы могут исчезать варикозная сетка, могут исчезать сосудистые сетки, улучшается цвет под глазами, кстати, это тоже одна из особенностей приема примулы, улучшается общее самочувствие. Есть очень много форумов, где обсуждают применение примулы, почему наша
Почему вам не покупать дешевую где-либо и нужно покупать дорогую нашу? У нас очень высокая дозировка, масло примулы мы создали сами, и сама таблетка имеет вот такую форму желатиновой таблеточки с высоким количеством масла примулы. По просьбе моих близких мы выпустили наконец-то, и 10 лет не прошло, потому что о том, что мы будем выпускать женьшень, я говорил давно, и вот только сейчас мы начали выпускать женьшень. Можно уже заказывать препарат, который называется в нашей компании женьшень. Что обозначает женьшень? Что это такое? Ну, не стоит забывать, что женьшень — это горечь. А любая горечь, особенно женьшень, способна помочь человеку увеличить отток желчи. Кому необходимо отток желчи увеличивать? Необходимо увеличивать людям, которые склонны к тому, чтобы худеть. То есть молодым женщинам, которые все время худеют. Которые потом худеют так, что у них закрывается желчный пузырь и в дальнейшем появляется желчекаменная болезнь. Женьшень, помимо всего прочего, помимо того, что он может восстанавливать кору головного мозга, улучшать мнемонические способности, давать уму нашему концентрацию, имеет одну из способностей очищать еще и ко всему наш желчный пузырь. Очищать его от камней, от желчных проток, очищать желчные протоки, улучшать общее состояние. Жень обозначает жизнь, а шень — ума, новая жизнь вашего ума или новая энергия для вашего ума. Это то, ради чего принимают женьшень. Новая жизнь сознания. Именно поэтому, когда мы приезжаем куда-либо во Вьетнам или где выращивают этот женьшень, в Корею, мы всегда замечаем людей, которые принимают женьшень. Считается, что от женьшеня худеют, улучшается пищеварительная система, человек согревается, улучшается иммунитет. Исчезают синдромы, когда человек все время ощущает холод, когда ему все время холодно. Это происходит, потому что женьшень является мощнейшим вазодилататором. И из-за этого происходит у человека улучшение циркуляции конечностей, улучшение общего состояния, поднятие тонуса. Кому нельзя? Людям с сахарным диабетом второго типа нельзя, людям с сахарным диабетом первого типа можно. Людям с сахарным диабетом второго типа нельзя, людям, у которых диарея, нельзя. Людям, у которых есть неспецифический язвенный колит, а также беременным женщинам. Данные препараты являются препаратами-стимуляторами. Рекомендуется людям, которые худеют, не могут поправиться, у которых астенический тип телосложения, люди, которые постоянно ощущают усталость, люди, которые склонны к худобе. А еще у женьшеня есть потрясающее свойство. Женьшень лечит заболевания. По тибетским книгам женьшенем лечат эзофагеальную рефлюксную болезнь. То есть в случае, если у вас плохой запах изо рта, отрыжка по вечерам, если ночью рядом с вами человек, который лежит, слышит, как в вашем теле происходит процесс отрыжки и жевания, это говорит о том, что есть активный эзофагеальный рефлюкс в ночное время, заброс пищи в ротовую полость, то вам как раз необходим данный препарат. Он эффективно борется с этим, устраняя в дальнейшем, вылечивая и устраняя данное заболевание. Я думаю, что горечи, которые есть в самом женьшене, способны воздействовать на сфинктероиды, которые закрывают пищевод и являются клапаном желудка в пищевод. И это как раз одна из особенностей, которая может помочь справиться вот с таким заболеванием, которое на сегодняшний день является очень распространенным, как эзофагеальная рефлюксная болезнь или эзофагит. Ну и для мозгов. Паркинсона, Альцгеймера, плохая память. Можно везде принимать женьшень. Угу. Вера Аликеева. Андрей Андреевич, внук ночами мычит, утром не помнит, 11 лет. Что можно попринимать, не знаем, что делать. Не хватает кальция ребенку. Когда ребенок ночью начинает мычать или даже ходить, это говорит о судорожном проявлении, которое связано с недостаточностью кальция, получаемого ребенком. Что необходимо делать? Любые кальций-содержащие продукты. В нашей компании продается устричный кальций с черникой, продается просто цитрокальцимин. Подавайте ребенку. Также рекомендую, чтобы ускорить процесс, давать ребенку морбус-стоп по одной таблетке два раза в день. Так как в случае, если
дать ему сейчас данный препарат, он перестанет мычать, а также у него исчезнет, скорее всего, имеющаяся на сегодняшний день плаксивость. Потому что при вот этих синдромах, о которых вы сейчас говорите, обычно появляется плаксивость. Также я рекомендую использовать еще на ночь препарат гамма-аминомасляной кислоты. Татьяна, здравствуйте, Андрей Андреевич, чем можно полечиться? Кожа стала тонкой и прозрачной, особенно на руках и ногах, аж вены видны, низкий поклон. Когда у человека кожа становится тонкой, это говорит о том, что человек избегает жиров, потому что толщина кожи зависит от употребляемых жиров. Жиры обычно исчезают у человека еще и при сахарном диабете первого типа. Поэтому первое, что необходимо сделать, проверить индекс НОМа, а также сахар, ну или глюкозу в крови, а также инсулин. В случае, если инсулин низкий, то тогда необходимо увеличивать инсулин. Чем можно это все улучшить? Употребление омега-3 и жирных кислот, витамина К2, витамина омега-3, 6 и 9. Вот такой у нас есть витамин омега-3, 6 и 9. Извините, сейчас одна секундочка, я должен отойти, открыть дверь. А вы побудьте, одна минута. Все, всех запустил, извините, все на месте. Итак, продолжим. Ага, еще один препарат, который у нас есть, он называется ашваганда. Это мы выпускаем сейчас препараты по тибетской медицине. Один из препаратов называется ашваганда. Чем интересен препарат ашваганда? Препарат ашваганда интересен вот чем. Оказывается, в каждом организме человека со временем накапливаются фекальные камни. Эти фекальные камни, они могут накапливаться в кишечнике, и это может длиться годами. А также наслоения всевозможные на кишечнике, что останавливает перистальтику кишечника. Кишечник недостаточно хорошо работает. Также там могут появляться гельминтозы, всевозможные микробные, колонии и так далее. И вот один из препаратов, который способен это все убирать или активировать выведение таких, можно сказать, сконцентрированных камней, наверное, это препарат ашваганда. В
тибетской медицине сказано, что больше всего очищает кишечник, восстанавливает перистальтику, улучшает общее пищеварение, но способен воздействовать еще как облегчающее сознание, то есть в случае, если у человека есть нервное состояние, человек в расстроенных чувствах находится, у человека есть заниженная либидо, у человека есть ощущение усталости, то препарат ашваганда в комплексе может помочь справиться со всеми такими проблемами. Нельзя в очень большом количестве сразу начинать принимать, потому что может быть запор, так как препарат ашваганда может спровоцировать появление запора. Подскажите, есть ли польза от форели и икры форели, если она выращена у честников на ферме? Конечно, в форели находятся такие полезные вещества, как омега-3, рыбий жир. Это омега-3, омега-6, и омега-9, и олеиновая кислота, и аминомасляная кислота, и так далее. То есть это все очень хорошо. Жирные кислоты, это прежде всего наш иммунитет, 100% подходит. Неважно, она на ферме или еще где-либо, это полезная пища для человека, особенно для людей, у которых есть проблемы с опорно-двигательным и связующим аппаратом. Наталья Анжина. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Наталья Октябрьская. Можно ли участвовать в обряды провода голодных духов не ученицы школы, когда пить бетаин, гидрохлорид и яблочный уксус? Проводы голодных духов можно участвовать. И когда пить бетаиногидрохлорид, яблочный уксус? Бетаиногидрохлорид необходимо принимать перед каждым приемом пищи по одной таблетке. Точно так же, как и яблочный уксус. Можно и до, и во время, и после. Одна чайная ложка на стакан воды. Все безопасно, не переживайте. Никаэн, муж 53 года, ведет себя как ребенок, истерики, капризы, агрессии, но считает, что с ним все хорошо, все в семье вокруг виновато. Это можно исправить. Вы описали типичное биполярное состояние маниакально-депрессивного психоза. Это все связано с истощением нервной деятельности и нужно наблюдение психиатра. Знаете, вот так однозначно на 100% сказать, что он болен или не болен, я сказал, что гипотетически можно предположить, что у него это есть. Что необходимо делать? Понаблюдать, спит он или нет. Дать ему успокаивающие препараты. Назначить медицинские препараты я бы мог, но не имею права это делать, потому что у меня уже с этим были неприятности. А вот какие-либо мои препараты можно попробовать давать ему поставит в большой дозировке, по 2 таблетки 3 раза в день. А на ночь, допустим, препарат ГАБА, гамма-аминомасляная кислота, она даст ему возможность хоть немножко вот расконцентрироваться. Также можно давать ему апсантин по 1 таблетке 2 или даже 3 раза в день. Мирмус. Уважаемый Андрей Ильич, как часто можно слушать ваши гипнотические сеансы и когда лучше все слушать днем перед сном? Это не имеет совершенно никакого значения. Гипнотические сеансы, они могут слушаться просто как обычная музыка. Но там же есть внушение. Можно слушать хоть 10 раз в день. В случае, если это вам подходит, вы будете видеть сразу же эффект. В случае, если вам это не подходит, вы будете видеть сразу же эффект. Поэтому, если от таких сеансов какие-либо плохие последствия, в данный момент они не могут появиться. Почему они? И не в данный момент тоже. Почему? Там установки абсолютно экологичные. Там никаких побочных эффектов у человека со здоровой психикой произойти не могут. А если у вас есть поставленный психиатрический диагноз, или вы психиатрически себя плохо чувствуете, то не слушайте. Вера Кириндясова, потрясающе, когда они появятся в офисе? Ну, я думаю, завтра уже и передадут. Это же Соня. Да, это Соня. Это Сонешник. Наталь, добрый вечер. Малышки 1,2 года за ночь выпивает 1 литр воды. Безопасно. Безопасно. Не надо бояться. Думаю, это из-за роста зубов, но не факт. Что возможно предпринять, чтобы начала спать всю ночь? Не нужно этого бояться, не нужно переживать. То, что ребенок за ночь пьет много воды, это одна из особенностей, есть такая у детей. Они таким образом проявляют свое
желание, чтобы на них обращали внимание. Ну вот ничего сделать нельзя, ничего не нужно давать, никак вы не избавитесь, это одна из таких особенностей. В дальнейшем необходимо, есть смысл проверить, нет ли у ребенка проблемы, связанные с поджелудочной железой, не развивается ли у нее сахарный диабет первого типа. Но это сейчас несложно сделать. Можно проверить уровень глюкозы, попроверять его на протяжении дня, поинтересоваться у педиатра, существуют ли какие-либо такие методы, и попробовать использовать их. Ну, обратитесь к эндокринологу. Порадьте, будь ласка, як швидко відновити гемоглобін після операції. Берете буряк, обычная свекла красная, сырую, натираете. Вот сколько свеклы, столько красного сладкого вина. Можно сухого, только натурального. И пьете. Вот 1-2 рюмки на протяжении дня, можно больше. Можно полстакана 2 раза в день, если за рулем не ездите. Если вам такое не подходит, есть препараты, которые могут восстановить кровообразование или гомеопоэз клетки и общий гомеостаз. Это препарат нашей компании. Один называется гемостерон, второй называется гемонем. И гемостерон, и гемонем по одной таблетке 3 раза в день восстановит ваше состояние. Где можно купить Соню в ТФ? Нет, его пока нет. Но я думаю, что завтра-послезавтра уже вы сможете его увидеть. Подскажите, как помочь молодому человеку, который постоянно сильно потеет, особенно ладони, стопы и лицо. Когда потеют ладони, стопы и лицо, это говорит об очень сильном судорожном проявлении. И в дальнейшем может сформироваться активный генерализированный приступ эпилепсии. Чтобы вы понимали, чем это лечится. Необходимо давать препарат Дитарекс, дальше второй препарат ГАБА. И третий препарат называется Морбустоп. ГАБА, Дитарекс, Морбустоп. По 2 таблетки 3 раза в день. На протяжении хотя бы 2 месяцев. Перестанет потеть, начнет себя лучше чувствовать. Еще никакого алкоголя все это время. То есть 2-3 месяца без алкоголя должен жить. Также, когда человек потеет, это может быть почечная недостаточность на фоне переизбытка употребления алкоголя. А еще у мужчин это может быть синдромом мужского снижения тестостерона, то есть очень низкий тестостерон упал. Если вот так будет потеть на протяжении 10 лет или 5 лет, то станет импотентом, потому что очень часто это может быть связано с высоким количеством эстрогенов. У мужчин, которые очень любят пиво и пьют пиво по 2-3 литра, может формироваться вот такая почечная недостаточность с очень низким тестостероном и с переизбытком эстрогенов. И это все в дальнейшем приведет к импотенции. Но один из проявлений — это мокрые руки и часто потеет. Вот. Поэтому никакого алкоголя, а наоборот, трибулус, кальций, морковка, бета-каротин и альфа-каротин тоже. Толкин Нурбекова. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Как лечить герпевидную, герпес детей? Она не опасна, спасибо. Использовать мазь, которая называется изотоновая, в случае, если она у нас продается. Второй вариант. Давать препарат ГВИ, принимать его по 2 таблетки 3 раза в день. Делать ингаляции с препаратом Популин. Также заваривать осину, взять обычную кору осины и заваривать 1 столовая ложка на 2 стакана воды. Давать ребенку с медом пить вот такую воду на протяжении дня. Также вот этим раствором можно смазывать или протирать такие места, где есть проявление герпеса. Влад, спонсор протягом 16 місяців. Ставим лайки. Дякую вам, Влади. Ви спонсор вже 16 місяців. Дуже-дуже приємно моїм спонсорам. Хто ще не спонсор? Ану, становіться бігом. Марина Федоренко, большое спасибо за ответ, пожалуйста. Андрій Андрійович, можна женьшень ребенку 10 лет? Зачем? Не нужно женьшень ребенку 10 лет. Что нужно ребенку в 10 лет? В случае, если ребенок очень худой, давайте препарат называется Грандис. В случае, если очень полный, давайте препарат называется бетаин. Бетаин очень полному, но не гидрохлорид. Бетаин. Он ребенку даст возможность похудеть. А если очень худой, грандис даст возможность ребенку поправиться.
Инна Ипатова. Подскажите, Андрей Андреевич, что попринимать при лечении боррелиоза второй стадии? Антибиотики пьем, но эритема не уменьшается. Нет, при чем тут антибиотики? Дело в том, что первое, что необходимо знать. При боррелиозе это наш иммунитет становится исключительно истощен. И что необходимо знать? Первое. Есть исследования, которые доказывают, что использование никотиновой кислоты в ходе лечения боррелиоза является одним из самых альтернативных и самых лучших способов лечения боррелиоза, и даже лайма. И как принимать никотиновую кислоту? Берете самую обычную никотиновую кислоту в аптеке, она по 40 мг продается, принимаете по 4 таблетки два раза в день, безопасно. Еще обязательно улучшайте иммунитет, чем бетулиновая кислота, по 2 таблетки два раза в день. Места поражения эритемой можно смазывать мазью, которая называется комбо тибетской формулы. Вторая мазь есть такая, называется габа или комбо или габа, габикс. Еще забыл сказать, конечно же, лизоцим экстра в высокой дозировке, вот обязательно. Виктория Пантюхова. Здравствуйте, Андрей Андреевич, у внука начался сколиоз, можно ли эту болезнь вылечить? Да, в свое время у меня начался сколиоз, и мама меня вылечила необычным способом. Она купила перину с перьями, набитую, такая была она, очень толстая. И начала меня укладывать на такую перину. И на протяжении одного года сколиоз исчез. Почему? В тибетской медицине сказано, что сколиоз возникает у ребенка, когда он спит на очень твердом, на чем-то очень твердом. Вот как ни странно, вообще все по-другому. А у нас говорят, наоборот, на твердое ложите и будет здоров. Нет, оказывается, нет. Вот перед вами человек, которому мама вылечила сколиоз за счет того, что он спал на перине. А еще, что можно, чем можно помочь? Принимайте препарат, который называется Артридикс, по 2 таблетки 3 раза в день. Артридикс по 2 таблетки 3 раза в день. Также кальций, устричный кальций с черникой, Артридикс. Можно еще Хабур-Рашат такой препарат. По одной таблетке 2 раза в день все 3 препарата. На протяжении 1-2 месяцев и спите на очень мягкой, такой прямо толстой и очень мягкой перине. Прямо так, чтобы ложиться и аж проваливаться в нее. Люди, которые спали на мягких перинах, никогда не болели ни позвоночником, ни заболеваниями позвоночника. Вообще, я считаю, что очень часто как раз то, что люди спят на очень твердом, и приводит человека к тому, что у него появляются вот такие заболевания. Светлана Рыхтик. Добрый вечер, уважаемый Андрей Андреевич, спасибо. Пожалуйста, в коленках при приседании есть смещение, как будто сустав сходит с места, что можно принимать из ваших препаратов. Спасибо, пожалуйста. Скорее всего, это деформация и увеличение размера вашего сустава. Это обычно происходит на фоне многих заболеваний. Это может быть деформация сустава, это может быть растяжение, перегрузка или еще что-либо. Что необходимо знать? Первое. По моему мнению, все же необходимо поставить точный диагноз и обратиться все-таки к травматологу. В случае, если нет такой возможности, то однозначно фиксировать сустав, так, чтобы он сам по себе не выпадал, так, чтобы он сам по себе не болтался там и так далее. Фиксация на специальную фиксирующую повязку может помочь в дальнейшем суставу самостоятельно восстановиться. Если зафиксировать сустав под такую повязку фиксирующую, ортопедическую, то в дальнейшем можно попробовать принимать препараты, которые улучшат коллаген сустава. Это препарат, который называется гиалуроновая кислота, и препарат коллаген по 2 таблетки 2 раза в день. И препарат, улучшающий эластин в суставе. Это может быть мазь, которая называется артразиновая мазь. Артразиновая и препарат Артридикс. Вот так. Можно гликоцитрохроминовый спрей, биотин и витамин Е принимать постоянно? Можно больше 10 месяцев. Безопасно. Вообще. Здравствуйте. Чем можно полечиться диагноз Рейно?
Ох ты ж, какой у вас диагноз. Попробуйте принимать препараты для стимуляции иммунитета. Это бетулиновая кислота, 2 таблетки 3 раза в день. Это кверцетин, 1 чайная ложка 2 раза в день. Препарат демилон, 2 таблетки 2 раза в день. Это я с карцексом спутал. Препарат демилон, 2 таблетки 2 раза в день. Препарат кверцетин, 2 таблетки 2 раза в день. Бетулиновая кислота, 2 таблетки 3 раза в день. И можно еще, если есть эмбрио плюс, тоже по 2 таблетки 2 раза в день. Курс лечения, хотя бы 3 месяца. И еще цистин в порошке, 1/4 чайной ложки на стакан воды 2 раза в день. Можно женьшень еще дополнительно принимать. Лариса Квитко, скажите, 3 месяца надо точно пробовать лечиться, хотя бы бетулиновой кислотой. Лариса Квитко, скажите, если при ходьбе больно наступать на подушечки под пальцами на ступне, что это может быть, как лечить? Может быть артериосклероз, может быть нейропатия. Диабетическая стопа может формироваться, может быть просто артроз, может быть еще подагрический, может быть вальгус формируется, может быть артрит, артроз. Прежде всего поменяйте обувь, это самое простое. Попробуйте найти магазин, где продают ортопедическую обувь или ортопедические материалы, узнайте, есть ли у них измерения формы стопы и могут ли они для вас провести исследование и подобрать правильную ортопедическую стельку для вашей обуви. Вот если правильно подобрать, то скорее всего такие проблемы могут быть сами по себе решены. Скорее всего, очень плохая обувь, и вы из-за этого страдаете. Деформация стопы происходит, нагрузка происходит на передние пальцы, и из-за этого постоянно в напряжении. А может и нет. Гальмира Карабалиева. Добрый вечер. Можно ли отказаться со временем от Терокса? Спасибо. Терокс является гормоном нашей щитовидной железы. Его назначают в том случае, если у человека есть анализы определенные. Эти анализы такие. АТТПО высокое. В случае, если вы сейчас сдадите анализ Т4, Т3, ТТГ, АТТПО и проверите, если у вас анализы в норме, попробуйте отказаться от Терокса. Через 1-2 недели проведите исследование. Если какие-либо из этих показателей изменены в худшую сторону и показывают возобновление заболевания, то Терокс необходимо продолжить принимать. В случае, если нет изменений и все гормоны в норме, то Терокс можно не принимать и повременить. Виктория, здравствуйте, Андрей Андреевич. Пожалуйста, как вылечить аллергическую астму? Часто очень болеет дочка, спасибо. Аллергическую астму можно вылечить. Сейчас я такое скажу, и это, конечно, не очень хорошо то, что я скажу. Аллергическую астму можно попробовать вылечить препаратом, который называется у нас Тарантел. По 2 таблетки 2 раза в день, принимать при этом соду, 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день, утром и вечером. Принимать хотя бы 1 месяц, можно и 2 месяца. Принимать при этом кверцетин и принимать бетулиновую кислоту по 2 таблетки 2 раза в день, утром и вечером. Также у нас также необходимо проверить кортизон и кортизол, альдостерон и половые гормоны. Если там все в норме, то тогда астму получится вылечить. Если не в норме, то придется страдать. Аллергонорм можно попринимать еще. Кира Налимова, спасибо за ценные своевременные программы, что принимать 6-летнему ребенку для того, чтобы набрать вес. Берете гранатовые корки и натираете или высушиваете их и делаете из них порошок. Даете 1 чайная ложка на стакан воды, завариваете, даете ребенку пить. Если будет пить по 1 стакану 1 раз в день, вес наберет. Далее, второе,
берете зеленый чай, в него добавляете в зеленый чай соль немножечко и сливочное масло. Размешиваете и даете ребенку тоже пить. Третье, никакой холодной воды, никаких холодных продуктов, ни мороженого, ни холодной воды из-под крана, никаких соков там холодных, ничего холодного, супов никаких холодных, вся еда, которую он употребляет, она должна быть исключительно теплая. Следите за этим, начнете кормить теплой едой, вес увеличится. Будет продолжать есть холодную, уменьшаться. Алла Бивзю, уважаемый Андрей Андреевич, сын год пьет квитерон 25, вечером через 40 минут изжога. Лечимся у гастроэнтеролога, начинается часто мочеиспускание, проблема остается, спасибо. Квитерон, он же квитиапин, является препаратом, производным бета-блокаторов и адреноблокаторов. Является или используется как нейролептический препарат, и одна из особенностей данного препарата заключается в его очень активной миорелаксации. Когда происходит миорелаксация, нужно всегда понимать, что мочевой пузырь — это мышца, а также желудок — это мышца. И из-за того, что человек принимает миорелаксанты, у него происходит расслабление мышечной мускулатуры желудка и мышечной мускулатуры мочевого пузыря за счет вот такой миорелаксации. Что необходимо делать? Можно ли как-то убрать? Конечно! Как? Принимать дополнительно кальций. Просто дополнительно кальций. Самый простой. Глюконат кальция аптечный. Там он, не знаю, доллар стоит упаковка. По одной таблетке 2 раза в день. Можно по одной таблетке 3 раза в день. И вот этих проблем не будет. Говорю серьезно. Да при чем тут гастроэнтеролог, тоже непонятно. Татьяна Шишкина, аутоиммунный тиреоидит. Можно вылечить? Можно. Препарат у нас называется, по-моему, он называется у нас... потасиум йода, калий йодид, потасиум йода 1 микрограмм, одна таблетка 1 раз в день, 1 месяц принимаете, через месяц можете проверять, и аутоиммунного тиреоидита не будет. Также хорошо кверцетин еще, или кверцетин, или бетулиновая кислота. Бетулиновая кислота лучше. Вот одна таблетка потасиум йод и одна таблетка бетулиновой кислоты. Потасиум йод 1 таблетка 1 раз в день, а бетулиновая кислота утром и вечером перед самым сном. Здравствуйте, доченьки, 26 лет, удалили молочный зуб. Ух ты ж, как долго. Прошел год, ждать, когда вырастет. Нет, не вырастет коренной. Такое бывает, что глубоко находится коренной зуб, и он не прорастает. Скорее всего, вы его не дождетесь, можете не переживать. Здравствуйте, а я подняла иммунитет вашими препаратами. Мумиё, прополис, инстамакс. Согласен. Опять курс. Раньше заболевала, через 2-3 месяца. Вообще не болеем. Никто в семье не болеет. Если болеет, то все происходит поверхностно, бессимптомно. Как я болел ковидом. Сейчас я вам расскажу. Я болел ковидом как-то, и мне нужно было там ехать к руководству какой-то из стран, и когда я ехал к этим людям, нужно было сдать на ковид. Ну и я зашел в больницу, в аптеку, там где делают эти исследования, Синева, мне сделали тест, и через час или там через 3, я не знаю, или на следующий день, не знаю, пришли эти исследования и говорят: о, Андрей Андреевич, у вас ковид, вы болеете. Да ладно, да. Ну вот ждал я ковид, когда он у меня начнется, ждал. А у меня ни насморка, ни горло не болит, ни температура не поднимается. Ничего не было. Ни запах не пропал, ничего. Потом прошло где-то 2 недели, я еще раз сдал, и его уже не было. Точно так же было и у моей жены. То есть это говорит, почему? Мы принимаем бетулиновую кислоту. Мы принимаем бетулиновую кислоту, я принимаю еще дополнительно лизоцим и мумиё, делаю это курсами 1 раз там каждые 4 месяца, перед началом каждого вот сезона. Допустим, в начале весны я 1 раз выпил, а сейчас в начале осени 2 раз выпил, вот перед снегом. Можно видно вити зубну емаль, сік лимона, пила для покращення зору, і він її зробив дуже чутливою. Это обман. Чутливую лимонный сок зубную эмаль не делает. Это все неправда абсолютная, потому что у нас зубная эмаль не реагирует на лимонный сок. Так не бывает. Вы ошибаетесь.
Скорее всего, вы убрали зубной камень, и у вас там появился гингивит, то есть мешочки, которые там находятся. Чем можно убрать? Видновитый восстановить можно. Необходимо пропить препарат, который называется лизоцим жидкий, лизам. Наливайте его чуть-чуть, полоскайте им рот и после этого глотайте. Добавляйте в воду, пополоскали и проглотили. Если так делать 1-2 раза в день, то уже на 4-5 день перестанут вообще зубы что-либо ощущать. Андрей Андреевич, можно избавиться от аритмии и тахикардии? Есть ли способы без таблеток? В тибетской медицине на левой руке обвязывают мизинчик. В случае, если тахикардия вызывается высоким адреналином, и большой палец, в случае, если наоборот, снижающимся давлением. Вот здесь вот обвязывают палец с темной ниточкой, и вот здесь. Так, чтобы не сильно, ну, чтобы не сильно. Также вот так берете, когда у вас тахикардия или аритмия, берете первый, второй, третий, четвертый палец, и третий, четвертый палец тянете. На одной руке цепляете и другой руке. И их же массажируете вот так. Они отвечают за сердце. Далее. Массаж грудного отдела. То есть попросите массажиста, чтобы он вам просто промассажировал спину, как раз вот более всего грудной отдел. 5-6 таких активных массажей поможет вам избавиться. Хочу вам напомнить, что существует определенный метод. Я данный метод разработал специально для людей, у которых есть проблемы опорно-двигательной системы и позвоночника. Я его назвал условно словами «Тибет». Почему я назвал его «Тибет»? Потому что он переводится как «тянись», «иди после этого беги и после этого дыши». Как выполнять? Трясись, иди, беги, дыши. Как выполняется метод? Человек, стоя возле стены, должен перед собой поставить руки, согнуть ноги в коленях, сделать вдох и потрястись. 1-2 секунды. Сделать выдох. Сделать таких 3 подхода. После этого, высоко поднимая колени, делая вот так руками вверх, должен, поднимая колени, идти. Раз, два, раз, два. Вот так. На протяжении 1-2 минут. Потом сделать перерыв. И после этого стоя побежать. Точно так же стоя пробежаться, тоже не больше 1 минуты. И после этого завершением всего необходимо расставить ноги на ширине плеч, согнуть немножко колени и, не отрывая ноги от земли, начать дыхательные упражнения с широко, это очень важно, открытым ртом. Это нужно делать не больше 3 минут. Если выполнять такой комплекс упражнений, что происходит? На протяжении 1 месяца можно вылечить артрит, можно вылечить заболевание ревматизм, можно вылечить заболевание, улучшить на много раз заболевания, которые связаны с опорно-двигательной системой. Улучшить состояние здоровья психического, улучшить засыпание, улучшается качество видения, сетчатка лучше начинает работать. Слух улучшается, улучшается общее настроение. Минусы какие? Когда вы это все делаете, то необходимо после каждого упражнения считать свой пульс. Вот если у вас пульс вот за 1 минуту больше 120, то тогда отдыхайте, пока он не придет в норму, до 90 хотя бы. После этого переходите ко второму упражнению. Если это выполнять ежедневно, даже один раз, все это занимает не больше 7-8 минут. Если это использовать, такое упражнение использовать только один раз на протяжении 1 дня, выполнять его утром или вечером, то вы заметно улучшите состояние опорно-двигательной системы, включая позвоночник, стул восстанавливается, исчезают запоры, улучшается общее состояние психоэмоциональное, улучшается сон, улучшается иммунитет, настроение и так далее. То есть очень-очень хорошее энергетическое упражнение, которое очень несложно выполнять и которое при этом имеет ярко такой значительно великолепно выраженный быстрый эффект. Поэтому обязательно используйте. Данное упражнение называется «Тибет». Трясись, иди, беги, дыши.
пользуйтесь на здоровье и будьте здоровы. На этом будем заканчивать сегодняшнюю нашу презентацию. Итак, сегодня еще хотел рассказать об экстракте конского каштана. Вот такой препарат, экстракт конского каштана, 450 мг. От чего этот препарат? Данный препарат является препаратом, устраняющим варикозную сеточку, варикозное расширение вен, общие варикозы, снижает, является мощнейшим антикоагулянтом, но его пока в продаже нет. В дальнейшем мы его, скорее всего, до конца этой недели уже выпустим, и он будет в продаже, а на следующей неделе я по нему проведу еще дополнительно презентацию. Ну что ж, до свидания. Добрый вечер, изотоновые свечи помогут при воспалении сигмовидной кишки? Да. Великолепный препарат, очень хорошо помогает как раз при воспалении сигмовидной кишки. Ревматоидный полиартрит, пью артридикс уже полгода, убрала все гормональные препараты, пила лимфонорм, но он пока закончится. Нет, с гемартаном принимайте, с артридиксом принимайте бетулиновую кислоту и принимайте обязательно лизоцим. И это будет завершением. То, что вы убрали гормональные препараты, вы умничка, умничка. Каждый врач знает, что убрать гормональные препараты при РА практически невозможно. И то, что вы убрали, это уже победа. Это говорит о том, что вы проживете на 100 лет больше, чем люди, болеющие подобным заболеванием, принимающие гормональные противовоспалительные препараты. Ну и я желаю вам здоровья. Большое спасибо за участие. Забыл сказать, а ведь у нас сейчас 30% скидки на все препараты компании «Тибетская формула». Обязательно сегодня заходите, потому что сегодня идут такие скидки из-за того, что у нас «Черная пятница». А «Черная пятница» — это большие скидки, топ на витамины и все остальные препараты компании «Тибетская формула» минус 30%. Поторопитесь купить по скидке очень большой, которая уже в ближайшее время не будет. Такая скидка у нас будет длиться только до пятницы, а сегодня уже вторник, поэтому поторопитесь.